Добрый день, с вами Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня мы будем работать на новом объекте. Вы видите, вот сзади меня такая трава. Газонной травы как таковой здесь нет, либо есть какими-то проплешинами. Будем приводить в порядок эту территорию сегодня. И особое внимание хочу обратить. Я всегда в своих видео повторяю, что не рекомендую работать триммером при работе с газоном. Но он очень хорошо работает, когда высокая трава, то есть газонокосилкой вы ее не возьмете. Либо есть толстые какие-то мелкие кустики, кустарники, которые не предполагаются на этой территории. Триммер очень хорошо в этом случае работает и справляется совсем с этим. Вот вам покажу сейчас, какой он. Мы используем бензиновый. И сейчас начнется работа. Видите, что здесь есть и цикас есть на этой территории. Вот, посмотрите, полюбуйтесь, калистимон. Начинает цвести очень красиво. Еще агрессивная. А вот этот вот мы уберем здесь. Смотрим, как он получится. Триммером вообще удобно проходить очень те места труднодоступные, там, где высокая трава и, допустим, щели у бортиков, при бортиках, где-то немножко трава появляется между плитками. Вот там удобно проходить триммером моментально, он все это убирает. О, браво!
Динами. На, браво. Вот какой участок получился. Чистый, аккуратный. Ничего лишнего, никаких. Видите? Сразу видно, где растут какие деревья, какие плодоносящие, какие нет. И очень красиво. Дорожку видно, болларды видно, все прекрасно. Прекрасно прочитывается вся территория. Напишите в комментариях, чем вы пользуетесь на своем участке, на своей территории. Триммером или газонокосилкой. И как вам по удобству. С вами была Георгиевская Татьяна. И я желаю вам ухоженных, красивых территорий. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить какие-то новые объекты, интересные и познавательные. Пока-пока!